Евгения, Анжелика, добрый день. 12 апреля 2020 года. Очередной видеообзор по изготовлению вашего дома. В кадре второй колодец. Его вы уже видели. И за неделю у нас еще прибыло третий колодец. Это уже начинается второй этаж. Слева бревна идут на уменьшение. Это у нас зона входа. То есть там открытая терраса, здесь топочная, тамбур. И здесь у нас идет односкатная крыша, которая примыкает к основному дому. И это уже сам дом. Уже начали рубить второй этаж. Поменьше немножко стали диаметры, не 30, а в среднем 28, 32, 26,5, 30, 27. Пазы. Оп, чаши. Вертикальный уровень. Ну, вот отметка 3,30 внизу. И сколько еще срублено? 4 ряда, то есть еще метр срублен. Это точно. Поэтому где-то 4,30 уже высотная отметка. Скоро вот такие уменьшения бревен, как лесенка, пойдут уже и на основном доме. То есть пойдут фронтоны. Примерно по рубке нам еще недели две рубить, то есть до 1 мая, а там уже ждать потепления и обрабатывать сруб антисептиком. Видеообзор завершаю, спасибо за внимание, до свидания.